Привет всем! В Измайлово очень большой блошиный рынок. Ну, пожалуй, он больше, чем в Новоподрезково. Сюда я приехала специально за платками московской мануфактуры. И делюсь немного с вами в видео. Вот это вот. Вот это рисунок, вот этот вот знакомка. Вот такой тайна сердца, вот этот рисунок тайна сердца, смотрите, вот такой вот рисуночек. Разный, смотрите. Вот такой классический. Вот так. Это магия чувств. Это молитва. Это испанский. Разные. Большой выбор. Они все разные. Рассылки, рисунки все разные. Вот это маленький цветочек называется рисунок. Так, здесь шерсть 80%. Да, 20 висков. 20 висков. Большой выбор. Палантин есть разные, есть турецкие, есть московская мануфактура. И цена? Палантине от 500 рублей и выше палантине идут. Там, если индийские с той стороны, они дорогие, там 4-5 тысяч. Если московская мануфактура 600-700 рублей, это палантине. А еще понравились очень сильно мне вот такие вот подносы. Очень красиво расписаны. Цена подносов от 1200 до 2000. Ну, в зависимости от размеров.